Во время субботника высадили деревья. Участок центральной улицы от Краснодарской до Гребенской украсили 66 платановидных кленов. В мае вокруг каждого дерева высадят цветы. На самой улице выложили новую стильную плитку. На этих выходных здесь появится новый асфальт. Дорожники сделают так, чтобы на выезде на улицу Гребенскую после дождя не образовывалась лужа. В ближайших планах благоустройства участка улицы Тургенева от Таманской к набережной. Там поставят 7 беседок с металлическим каркасом и деревянными сиденьями. Вы, наверное, уже в течение последних двух месяцев можете наблюдать, как улица Горького постепенно преображается. Мы уложили новую плитку, заканчиваем укладывать, переходим на эту сторону. Сейчас здесь все это сделаем. Привезли хорошие саженцы молодые, кленов широколистных, наши деревья, которые клен сам. Дерево само по себе раскидистое, будет давать хорошую тень. В общем, улица Горького превратится в очень красивый зеленый уголок. И вообще мы хотим к 1 мая порадовать наших жителей и гостей нашего курорта новым обновленным обликом улицы Горького.